Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 4 декабря. Присоединяйтесь на чай, кофе. У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку работает, все в режиме. Вчера вечером подружка позвонила, привет большой. Спрашивала, как у нас дела, есть ли свет. У нас на районе у нескольких домов, прям даже так прилично улиц, не было света, не знаю, наверное, поломка какая-то. У нас свет был. В новостях вот читаю тоже, многие сидят без света, отключают, также без отопления. У нас батарейки такие еле тепленькие. Вчера теплышко было на улице, плюс 13 градусов. А сегодня уже, сейчас вот показывает моя программка 0 градусов, а по ощущениям минус 4. И показывает самое большее, это плюс 1. И уже во второй половине недели обещают снег. Посмотрим, будет снег, не будет. У меня сегодня моя фирменная чашечка. Присоединяйтесь на чай, кофе. Всем хочу сказать огромное-преогромное спасибо за комментарии, за поддержку. Очень-очень, друзья, приятно. Хочу заранее предупредить, чтобы вы не переживали. У нас все нормально, но может быть такое, если вдруг завтра не выйдет ролик в эфир, у нас все нормально. Не знаем, как у нас будет с интернетом. Если будет интернет, будет ролик. Не будет интернета в следующий раз. А сегодня, друзья, хочу с вами поделиться небольшим обзорчиком покупочки с Евы. Помните, я вам обещала показать, когда моя посылочка придет. Она уже пришла. И я уже попробовала на себе, понравится мне или нет. Ребятки, понравилось. Сейчас мои реснички накрашены этой тушью. Так что, кому интересно узнать, какая моделька, что за тушь, оставайтесь, смотрите и пишите свои комментарии. Тушь, правда, и реснички удлиняет. Не знаю, сейчас, наверное, видно, не видно. И она не сыпется, что для меня очень важно. Вышли с Шекелем на утреннюю прогулочку. У нас немножко так ветерочек. Ну, а так в основном-то тепленько. Плюсовая температура. Да, Шекелёх? Пошли гулять. Дождик на сегодня не обещают. Ну, такая вот сырая погодка. Пасмурно. Да, рыжие усики? Идем гулять. Такая погода, только скажи пачкаться, да? Приходим, все, весь комбинезончик грязный. Пойдем, пойдем, малыш, пойдем. Приходится заполаскивать его и кидаю в стиральную машинку, включаю на полоскание и на отжим. Пошли, пошли, вот. Как увидеть что-то, и все, 3 килограмма с места не сдвинешь. И батарейки, вот это сейчас у нас теплые, на батарею вешаю его комбинезончик, и он до вечера высыхает. А так уже, что мы только вышли, гляньте. Вот такие мы грязные. Ну, песок смываю в раковине, вот это все, и потом в стиралку. Не знаю, как вы гуляете со своими. Да, Шкелюшенька? Ну, пошли, пошли, пошли. Ладно, друзья, пойду Шекеля дальше немножко пытаться выгуливать. Не хочет он сегодня гулять. Тянет, тянет. 3 килограмма моей упертости. Пойдем, 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 малыш. Эй, малыш, ты малыш?
Малыш. Мои подарочки. Ты переживаешь? Очень. Ух ты, блин, какая упаковка. Тут коробка больше, чем ты заказывал. Ну, в смысле, да, одну толстенькую, одну худенькую. А дома уже покажем. Посмотрим поближе. Все запечатано. Вот, ребятки, вот такая посылочка пришла. Магазин Ева, то, что я вам и говорила. Смотрите, какое надувательство от Евы. Видите? Надувают пакеты. Вот такое надувательство. Ну, классная упаковка, классная. Просто ради таких такая. А что мы купили? Сейчас покажу. А это что-то сдулось. Так. Ну, мы тут достали, мы же в Еве проверяли. Так, все было замотано. Что это у нас такое? Ева. Заява на повернення. Вот, воздушную тревогу включили у нас. Так. Ну ладно, это потом мы выясним. Почитаем. Надеюсь, возвращать не придется. Вот смотрите, вот такой брасматик. Так. Вот такой, смотрите, название. Не знаю, не пользовалась раньше. Maybelline. Ну, надеюсь, что будет хороший. И тоже от Maybelline вот такой. Разница в кисточках. Тушь, получается, просила влагостойкую. Хочется навести камерой. Вот так. Сейчас откроем, посмотрим. А что-то она не запечатанная. Обычно они вот здесь печатают. Вот такая кисточка. Так, чтобы увидели. Вот такая изогнутая. Странно, что она не запечатанная. И это тоже. Ну, не знаю. Обычно вот в магазинах или там, потому что штрих-коды клеят, чтобы не украли или что, я не пойму. Так они полностью вот так вот закрыты. А это вот такая, видите, изогнутая. Это более ровней. Сейчас я поближе покажу. Фокусировать на пленку или стол. О, вот так. Вот смотрите, какая кисточка. Попробую, потом расскажу вам свои ощущения. Ну, говорят, что хорошая. Отзывы неплохие, но все нужно попробовать. Так. И эту сейчас точно так же покажу. Это более ровнее. Так. Вот. Сейчас где-то вот так. Теряет фокусировку. То так хорошо. Вот такая. Как бы не дешевая. Не знаю, где чек положила. Сколько мы заплатили, не помнишь? 580 на коробке написано. Вот, друзья, наконец-то разобралась. Вот тушь 9,4 миллилитра.
295 гривен. И вторая тушь 285 гривен. Наконец-то разобралась. Вот оно, название. Можете сделать скриншот, кому интересно. А кто, может, пользовался, уже покупал такую тушь, напишите, понравилась вам или нет. И сейчас покажу вам. В Еве мы еще взяли вот такой буклетик. Вот, акционный, смотрите, будет до 13 декабря. Но знаете, что мне в таком буклетике не понравилось? То, что нет цены. Вот написано просто, какой процент скидки, да, вот смотрите. Декоративная косметика для глаз и губ. Все, написано, до 50% скидка. А от какой суммы? Вот, знаете, если в АТБ пишут определенная сумма и процент скидки, и уже за какую сумму будет продаваться тот или иной товар, то здесь просто пишется процент. Вот, колготы на Ариэль, видите, и капсулы, порошок, и гель для стирки, также вот жилет, это и станки, и пенка для бритья, как я понимаю, со сменными лезвиями. Вот, смотрите, Лореаль Париж косметика. А здесь вот на масочке прям вообще, видите, кэшбэк 150 гривен. Мэйбелин. Это вот, видите, та самая тушь, которую я купила. Вот она. За 285. Интересно. Я даже не помню, сколько она сейчас в магазине стоит. Так. Смотрите, кому что интересно. Ой, даже новогодние игрушки. Шарики. Ну вот, единственное, на новогодние игрушки, смотрите, почти 40 гривен стоят. Вот здесь написали цену. И здесь вот цену написали. Ну, в общем, мало. Не везде есть цена. Такие чашечки новогодние. Вот. На шампуньки скидки. Когда-то давно тоже очень часто пользовалась, покупала лак для волос Тафт. Мне нравился. Сейчас уже давно не пользуюсь. Ну, смотрите, пенки, гели, дезодоранты. Щеточки, ополаскиватели для рта, Нивея, Дав, в общем, на любой, как говорится, вкус и желание. Так, ну а здесь гигиена такая, да, больше для девочек. Смотрите цену, вот, для деток памперсы, салфетки. И химии немножко. Вот Хименес Браво, что нам предлагает. Всякие аксессуары для уборки дома. Даже пакеты. И фейри для посуды. Вот мне больше всего нравится именно жидкость фейри. Другие как-то, ну, не так. То они жидкие, то еще что-то. Фейри привыкли, и вот все время его покупаем. Так что, друзья, кому интересно, заходите в Еву, покупайте, пока есть скидочки. А на сегодня, друзья, попрощаюсь с вами совсем ненадолго, буквально до завтра. Всем спасибо, что были со мной. Пока-пока!